Первое интервью, которое я помню на телевидении, состоялось на Центральном почтамте. Был в преддверии 6 июня 1999 года, когда было 200 лет Пушкину. И пришла какая-то партия марок на Центральный почтамт, посвященная этому дню. Вот, и так случилось, что это был первый день, когда меня послали на задание. Конечно, как-то внутри так было неспокойно, замирало. Не помню, что я задавал, какие вопросы. Но потом, когда я вернулся, со мной ездил один из старших товарищей, в кавычках старших, потому что это была моя однокурсница Марго Симонян. Она на полгода раньше, или там на несколько месяцев раньше пришла на телекомпанию, и вот ее, так сказать, уже как такую заявившую о себе, зарекомендовавшую, послали со мной. Вот когда мы вернулись, она сказала: нормально, все было нормально. Вот так состоялось боевое крещение. После этого я считал в прошлом году приблизительно, вместе со всеми маленькими и большими интервью, самыми получается около 3, может быть, с небольшим тысяч интервью всего состоялось. Довольно много, с одной стороны. С другой стороны, у моего отца было больше 10 тысяч операций. И, наверное, чтобы достигнуть мастерства, возможно, нужно и больше. На совершенство я не рассчитываю, но хочу приблизиться к нему максимально.